Ну что, друзья, сегодня у нас в руках, грубо говоря, медведь. Вот такой вот медведь. Классный, крутой медведь. И как вы уже поняли, наверное, вы, если вы еще не поняли, то это у нас мочалка. Такс. Как вы уже поняли, я сегодня снимаю другой камерой. И крайне неудобно вот так вот одной рукой держать, а второй рукой снимать. Гораздо удобнее было снимать на телефон. Но телефон хороший, классный телефон. Но качество у него гораздо хуже. Итак, ребят, ну давайте посмотрим. Значит, у нас вот такой вот мишка. Кстати, смотрите, что нам подарили. Это что, подарок, что ли? Если это подарок, то это прикольно. Так, я сейчас посмотрю. Ребята, нет нигде в заказе, в самом нет вот такого шнурка. Такого шнурка нигде нет. Очень-очень-очень прикольный шнурочек. Здесь какая-то вот написано Амур. Прикольненько, да? Это на руку, знаете, наверное. Так, только вот здесь надо, что здесь? Нет, здесь все в порядке вообще. На руку надеть, как браслетик. Ну, в общем, здорово. Круто. Продавцу респект однозначно. Итак, смотрите, с обратной стороны со спинки у нас ничего нет, а с лицевой стороны у нас идут вот личика. Не могу назвать даже рожицей. Такая прикольная штучка. Это у нас личика. Это у нас бантик. И бантиком из этого материала, кстати, делают в основном эти мочалки. А поскольку нам нужна мочалка, вот как раз вот этот вот, видите, материал именно такой. Вот этой штукой и мочалиться придется. То есть тереть себе кожу. Вот. Вот за вот этот хлястик можно куда-то повесить. Так, что у нас здесь? Вроде все в порядке. По качеству, давайте посмотрим по качеству вышивки. Итак, здесь я нашел одну какую-то ниточку, которую я убрал, и больше никаких ниточек я не вижу. Сама она мягкая, сама по себе вот эта вот штука мягкая. И, кстати, вы знаете, она не просто мягкая, она приятная на ощупь. А вот внутри неприятная на ощупь. Хочу сказать я вам честно. Давайте мы посмотрим, что у нас внутри. А внутри мы видим вот такую вот штуку. То есть здесь вот это вот прошито как раз вот это. То есть, по идее, оно не должно никуда... Сейчас. Оно не должно никуда у нас деться. Хотя, может быть, и прошито не очень качественно, но посмотрим уже в процессе, в самом процессе эксплуатации. Так, вот сюда и вот сюда, собственно говоря, можно продеть два пальца. Мизинец и... Как это вот, мизинец и, в общем, большой палец. И оставшиеся три пальца, да, три, можно здесь. Привет, друзья! Ой, я буду купаться. Прикольно, да? Вообще класс. Классно, Миха? Ага. Точно классно? Угу. Ну, ребятки, ну класс. Ну, вообще, я вот в детство впал даже. Очень классная вещь. Ну что, рекомендую. Детям вашим будет громадное удовольствие. Значит, в наличии, что я здесь вижу, друзья мои? Значит, я вижу здесь у нас идет зеленая лягушка. У нас мишка, такой, как у меня. Причем у зеленой лягушки язык вот здесь красненький торчит. Ну, прикольный. Это я на компьютере сейчас смотрю. Затем утенок желтый и розовый зайчик. А что, зайчики розовые у нас? Что? В общем, я считаю, очень классно. Кстати, вот это у нас на клею, да, или на чем это? Такое ощущение, что на клею. Если на клею, то да, это на клею. То есть глаза, вполне возможно, наши глазки могут куда-то и улететь. В общем, ребят, как сами поняли, классная вещь, приятная. Стоит она 143 рубля. И хочу вам сказать, что как только вы мне напишите свое желание
получить ссылку на этот товар, я вам обязательно ссылочку на этот товар дам. Вот. Даю ссылку на товар тому, кто напишет такое словосочетание. Дай ссылку на товар. Вот. Ну, а в следующий, конечно, уже все остальные люди будут уже по этой ссылке и... Так, и уже пользоваться этой ссылкой, которая будет. Ну что, Мишка, скажи всем пока. 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 Пока, друзья. Не забудьте подписываться на канал и лайк ставить. Вот. Да, друзья, в общем, не забудьте подписываться на канал, поставить лайк, ну и можно колокольчик там тоже. Прикольная штука, вообще не могу оторваться. Да, класс, класс. Ладно, помаши всем и пока. Пока, друзья, пока. Да. Ну все, всем удачи, пока-пока.